Один поворот ключа и мощный механизм запущен. На городских очистных сооружениях введена в работу система механических решеток. Она автоматически будет удалять из точных вод мусор. Это упростит работу дальнейшей цепочки, продлит срок всего оборудования на сооружениях и повысит качество очистки стоков. Делается колоссальная работа. Мы недооцениваем сейчас просто то, что делается. Главное сейчас сделать очистные сооружения и на чем работать с коллекторами. Реализовать этот проект удалось благодаря сотрудничеству РКС «Самара» с областным правительством и городской администрацией. Подписанное концессионное соглашение рассчитано до 2047 года. Общий объем инвестиций РКС «Самара» — 17 миллиардов рублей. Сейчас ведется не только модернизация очистных сооружений, но и строительство двух водоводов в Красноглинский и Куйбышевский районы. У нас есть часть поступления федеральных денег. Там заложены деньги субъекта федерации и городские деньги. И, соответственно, деньги инвестора, то есть нас. Мы все это соединили, получили государственно-частное партнерство. Я думаю, что Самара в рамках России – это единственный регион, где в таких масштабах проходит не только реконструкция, а новое строительство. Перекладывают специалисты и действующие коммуникации. В 2021 году заменили 11 километров водопровода и почти 13 километров канализационных труб, что почти в два раза больше, чем в предыдущие годы. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.